первую очередь с победой команду. Хорошо настроились, и важно было не допустить недооценки. Праздник футбола в Миорах. Очень радует, что в периферийном городке есть хорошая команда для уровня второй лиги. Собираются люди, получают положительные эмоции, поэтому приезд чемпиона страны, я думаю, это всегда праздник, поэтому с этой точки зрения матч удался. Заслуженная победа, самое главное, что без травм ребята обошлись. Кто-то получил игровую практику после возвращения, после травм. Очень важно было игровой тонус обрести, где-то распределили нагрузку. Но сейчас, как говорится, переключаемся на чемпионат, и нас ждет впереди важный матч с Неманом Гродно. До игры было понятно, что мы выиграем с крупным счетом. Важно было понять, насколько мы будем мотивированы на протяжении всего матча. Вот это самое главное. Понятно, после первого тайма 6-0 было, да, и здесь очень важно было во втором тайме не перейти в режим доигрывания этого матча. Поэтому где-то молодежь вышла, вот, и в какой-то степени, еще раз говорю, здесь очень важно было поддержать уровень игры именно чемпиона страны. Поэтому с этой точки зрения мы достигли хорошей победы и двигаемся дальше.